Ну что, наше приключение начинается. Правда, рейс в Корею задержали на час, потому что поздно прилетел самолет. Подумал вообще, что сегодня интересного будет снять. И решил показать вам вообще, как проходит мой обычный полет в Корею. А до посадки уже осталось 5 минут. Встретил подписчиков, и мы разговорились. Были очень клевые ребята, я думаю, вы смотрите это видео. И сейчас мы посвятим это время ответам на вопросы. Интересный вопрос. Если бы вам предстоял выбор, денежный успех или счастливая семья, что вы бы выбрали и почему? Мне кажется, это зависит от периода жизни. На данный момент я бы хотел больше сконцентрироваться на денежном успехе. Ну и вообще просто построение успешной карьеры. Потому что это когда-нибудь станет фундаментом для счастливой семьи. Так мне кажется, надо расставлять определенные приоритеты в определенные периоды жизни. Когда ты молод, ты должен стараться зарабатывать много, стараться получать как можно больше опыта, чтобы стать более мудрым человеком. А потом уже все это будет работать на тебя в семейной жизни. Marvel или DC? Если брать киновселенную, то Marvel. Ну, объективно, конечно же, Marvel. А если брать комиксы, то, наверное, чуть-чуть больше DC. За счет того, что там у них есть Флэш, Супермен, и я очень люблю этих героев. Ну ладно, вот еще хороший вопрос. Я думаю, очень многим захочется узнать ответы на него. А мои любимые BS'ы в GOT7, BTS, EXO и SNSD. С учетом того, что я не знаю всех участников групп, то это мое личное мнение, субъективное. GOT7... Джексон, BTS, Чимин. Возможно, потому что я знаю так, только Чимин и рэп-монстра. EXO, скорее всего, Дио. Ну, возможно, Сюмин. SNSD, конечно же, Тэйон. Потому что она клевая. Какое русское и корейское блюдо самое любимое? Русское блюдо. Ну, русское блюдо... Вареники. С картошкой. Корейское блюдо, вот это сложно. Ну, наверное, самгёпсаль или же тонкасы, потому что в них есть и мясо. И последний вопрос. Костя, привет, будут ли еще видео с Кёнхой? Да, скорее всего, они будут. Я пока опаздываю на самолет и увидимся уже в салоне. На самом деле, самый легкий перелет мой из Москвы. Я успел посмотреть 4 серии «Игры престолов» и третий раз пересмотреть «Бэтмен против Супермена». И мы прилетели. Пропустили. Там нужно всего лишь сфотографироваться и дать свои отпечатки пальцев. А еще просят не пользоваться фотоаппаратом и мобильным телефоном, поэтому я решил не рисковать лишний раз. Сейчас осталось только забрать свой багаж. И все, мы с вами в Корее. Это джекпот, я вышел и сразу мой чемодан. Ура! Окей, она опоздала, но я не буду говорить как обычно, но она опоздала. Поэтому сейчас я пойду в ее сторону и по дороге, наверное, покажу вам чуть-чуть корейский аэропорт. Короче, он такой длинный. В принципе, одинаковый везде, здесь очень много выходов и входов. И сейчас я иду к метро. Сука, я обгоню его, чтобы он больше не шумел мне в лицо. Пошел по нормальной дороге. В принципе, вот этот этаж, он самый красивый. Сейчас я вам покажу, почему. Вот почему.
Нюська наконец приехала. Не накрасилась. В Корее гипер жарко. А еще нам всю дорогу надо идти в горку. Решили зайти освежиться пивом. Что будем пить? Сразу вам покажу напитки. Давай этот, два дофига вот этих возьмем. Моя любимая. Наконец-таки мы приехали. В Корее дико жарко. Я даже забыл, насколько это может быть неприятно. Что вообще мы будем делать? Давай, пуляй. В общем, у нас в планах снять много совместных видео для вас. В основном я бы хотела записать смешные челленджи. Мы будем путешествовать, ездить, снимать Корею. Смотришь ВК? Да. А, нет, на камеру. Короче. Вы сами можете помогать нам, и вы можете оставлять в комментариях идеи для видео, что было вам интересно, и обязательно самую крутую идею мы воплотим здесь в жизнь. Я недавно разбил свой старый корейский телефон Android, и мне туда дали пользоваться Lenovo Vibeshot, и мне он очень понравился, потому что он заточен специально под фотографии, у него есть Pro режим, и в нем можно прямо все вручную настраивать, что очень важно для блогера. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш саммит Инстаграм. Мы будем очень много фотографий там выкладывать. А с вас комментарии к этому видео. Какие видео вы хотите увидеть в Корее? Ладно. Все, я уже это видео записываю больше суток, так что пора заканчивать. С вами была Анюта, Костя. Мы в Корее. И увидимся в следующем видео. Пока!